смог найти себе силы и забить. Да, это такой гол в раздевалку. Вот ситуация, удар головой по воротам, и счет становится 1-2. Это Голич оправдывает собственную фамилию, забивает гол. 2-1. Очень важный момент для того, чтобы поразить ворота соперника. Во втором тайме не сразу Нальчик решается на какие-то изменения. Жезуса убирает лишь на 66-й минуте.